Всем привет! У нас утро. Дети уже проснулись. Назар с другом. У него одноклассник ночевал. Это я им уже завтрак приготовила. Яичницу, бутербродики и огурчик. Сейчас пойду их звать. И чай. Чайник еще греется. Сейчас закипит. Хотя он кипяченый. Наверное, сделаю мне горячий чай. Сейчас посмотрим, чем они там занимаются. Детишечки. Так. Колотим. Все. Иду звать детей. Ой, уже постель застелили. Мои вы умницы. Идите завтракать. Иди, Назаршка. Назарии. Два Назара. Два Назара – это сила. Нет, не складно. Бегите. Назар, иди садись, пока он там. А ты уже это умылись уже в ванную? Давайте через ванну умываться. Я был в ванной, не надо. Ты уже был в ванной, зубы чистил, умывался. А ты, Назар, не был еще? Ага, ну беги тогда. Все, Занька, давай. И в 12 часов ты дуешь к бабушке, готовиться по украинскому контрольной. И к математике тоже. 2 числа пересдача еще раз. Да, представляешь? Нет, я не пойду. Назар. Какая еще пересдача? Давай, чтобы я папу не задействовала. Мы с тобой этот вопрос... Да, а что папа сделает? С тобой поговорит по-мужски. Не бурчи, пожалуйста. Все, садитесь кушать. Так, а что вам к чаю предложить? Круассан пополам могу предложить. Будете? Накрошила. Вот я клуша. Сейчас разрежу вам его пополам. 12? Завтра или сегодня? Сегодня. Не поняла, что это. Ну, то это. Сегодня же ничего нету. Да, но надо подготовиться. Так, можно я в пятницу тогда приду? Бабушка может на дачу уехать. Все, это вам к чаю. Может, тогда с ней поговорить? А не вот так может на дачу поехать. Я уже с ней говорила вчера. Решила. Может быть позже, не 12. Ну, хорошо. Насколько позже? Часа в 4, как позже. Нет. Нет. Почему нет? Потому что нет. Скажи, давай, скажи. Что а что ты будешь до 4 делать? Чем ты будешь заниматься? Ну вот скажи. Хорошо, тогда, когда Назик уйдет, тогда и пойду. Так а ты мне не ответила. Чем ты будешь заниматься до 4 часов? Играть с Назаром. А то что, я уйду и что? Вы сутки уже играете, Назар. Нет, не сутки. Ну скоро будет сутки. Но еще не сутки. Выгнала детей от компьютера. Ты целыми днями за компом. Рука. Продолжай. Только аккуратно, пожалуйста. Ты сильно не кидай, Назар, слышишь? Не сильно. Посадил самолет. Ты молодец. Ну зачем ты так зашвыриваешь, Назар? Это опасно. Да, смотри, видишь, легонько надо кидать, как Назар. Хорошо. Боже, как вас, может, вас по фамилии называть? Два Назара? Да не, ну не настолько уже. Чуть-чуть сильнее, во. Это хорошо. И ты так же. Чуть-чуть сильнее, но чуть-чуть слабее. Да. Между вот этим и предыдущим. Да, давай. О, о, получилось, молодец. А то со всей дури бьешь. Ладно, играйте. Уходят пацаны. Назар заниматься, второй Назар домой. Вика на работе. Да, а я иду одна.
Ой, остаюсь одна. Во что они поиграют? Ну, у нас там игра очень наша любимая. Так что это интернет-игрушка. Да. Все знают, у меня уже 3 видео по этому. Роблокс? Да. Господи. Ладно, ветровку накидывай, Назар, холодно. Угу. Ну, Роблокс, хоть знаешь, что я сейчас к ней приду? Да. Конечно, знаю. Все, Назарушка, пока. Все, спасибо. Приходи. До свидания. Угу. И там по лужам, смотри, не топай, бо у тебя промокнут кроссовки тряпчанные. Опять уже не жалко. Да я не тебе говорю вообще-то. И эти тоже. Ты же к бабушке идешь? Я, да. Да. Хорошо. Сейчас я ей позвоню, скажу, что ты пошел. Открой. Все, пока-пока. Пока. Пока, зайка. У нас уже вечер. Я дожариваю своих карасей наших, которые в морозилке лежали еще с той глобальной рыбалки. Видите, как я порезала? Они костлявые. Я вот так разрезаю. Они тогда более зажаренные. И не так чувствуются эти кости. Вот как оно получается. Вполне даже ничего. Полосатики такие. Сережа еще на работе, он сегодня в 2 смены, зато завтра выходной. Сегодня он еще работает за своего, как это сказать, сотрудника. Сынулечка, ты тут не проголодался? А Назар позанимался с бабушкой и в играх целый вечер, да, зайка? Что тебе еще делать? На улице дождь сегодня целый день льет, правда? Это он вчера. Вчера была хорошая погода, один день, и все, опять дожди. Мы с Назаром гуляли вчера, не надо. На улице? Да, гуляли. А где? Самолетик пускали. У нас тут во дворе? Да. О, молодцы, хоть чуть-чуть подышали воздухом. Чуть-чуть, 2 часа. Вы 2 часа на улице гуляли? Это пока мы с Викой на рынке там лазили, да? Все понятно. Вика уже тоже дома с Милой. Так что Мила у нас в гостях. Мы зашли домой? Но. Позвонила. Нет, стоп, подожди. Кто позвонила? Ты мне позвонила во сколько тогда? Ну, как вы пошли, ну, где-то через полчаса, как мы высадили тебя. А потом мы только к подъезду подходили. Потом зашли, взяли самолет и... А, и пошли гулять. А во что ты играешь, сынок? Угадай. Ну, тебе сложно сказать, что я угадывать буду вот это. Во Роблокс просто. Все, ладно, я пошла. Роблокс. В Роблокс? Понятненько. Ну, хорошо. Вот так и живем. Рыбку будешь жареную, карасики? Нет, спасибо. Почему? Я там так порезала, что косточек не будет почти. Как бабушкин лайфхак вот этот чуть-чуть. Да, 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 да. Ну тогда буду. Она да? говорила, что типа косточек ваш. Ну да, это бабушка меня так научила. Вот я так бабушка и делаю. Видишь, хорошо. Угу. Потому что караси, они очень костлявые. Боже, а дым, это дыма от рыбы всегда, когда рыбу жаришь, надо открывать окно. Да, на улице целый день дождь. Погода скверная, конечно. Ну ничего. Что-то огонь, наверное, большой. Это слишком быстро. Надо прикрутить, конечно, большой. Папка пришел уставший. Капец. Вовремя я карасиков пожарила. Или может тебе нагреть картошечку с курочкой? Картошечку уже сегодня с курочкой кушаю. А рыбку хочется, да? Ну, кушай, хорошо. Ты сегодня прям отпахал, как мы в Польше по времени. Наверное, поболее. Поболее? Ну, если я на 8 пришел, и до 10. А, больше даже, ого. 14 часов. Ну, что, мы так работали на это в Польше на пекарне по 14. Были дни, помнишь? Ну, у меня и на курятине были по 14. Ага. Ну, знаешь ли, на курятине ты больше расслаблялся, да, чем я. Да, если напрягался, то оно было гораздо ощутимее. Да.
Ой, не знаю, не знаю. Зато завтра будешь выходной тоже. Хорошо, завтра поедем в гости, гулять. Что захотим, то и будем делать. Бежать, бежать, бежать. Подавайся. Привет, Назаревич. Я выиграл. Спустя столько... Сколько денег ты выиграл? 460. Что ты брешешь, брехов? Игровой валютой. А. Сегодня целый день дождь. Вообще кошмар. Угу. Да, Назаршка? Ой, я сам. Так себе. У нас на работе уточка привела двух утят. Да. Ну что-то уже два дня ее не видно. Дикая уточка, да? Да, дикая утка. Прикольно. Мужики там подкидывали, хлебом подкармливали. Как бы подбирала, не стеснялась. Не совсем дикая, видно уже. Сына, ты хотел рыбку. А это два дня уже что-то ее не видно. Бери тарелочку. Съели. Чего? Вон, есть. Бери тарелочку. Не, я говорю, утку съели. А, что? Там не чубью съели. Там коты бегают. А, думаешь, словили? Ну, может, утят, а утка ушла. Ой, жалко. Ну почему одна? Обычно она с селезнем. Угу. И парой. Хотя я смотрел по видео, утки там нехило на котов бросаются, так что вряд ли. Ушли, видимо, себе дом строить. Новый. Угу. Ну, у нас водоем просто, они из водоема. Угу. Да, правда, правда. Сыночка, ты будешь рыбку кушать или нет? Нет, пока нет. Вот ты какой. Давай, вот такой. Ой, так хорошо, когда все уже дома. Вика тоже уже дома, кстати. Уже отработала сегодня. Можно спокойненько. Я, кстати, сериал очень извиняюсь, Серый, но я первый сезон, сегодня дождь целый день. Дети разбежались, стал на работу. Назар же пошел к маме, к твоей, это готовиться к контрольной. А я сама. Под дождь. Дождь. Депрессия. Мне так было грустненько. Короче, я села и давай фильм смотреть. И, в общем, сезон досмотрела. Уже начала первую серию второго сезона смотреть. А первая серия второго сезона о том, что было до того, до вот этого, до захватчиков, как они жили, понял? Как того это губернатором сделали. Короче, интересно. Теперь буду ждать, пока ты досмотришь. Ты можешь не ждать. Смотри себе днем. Да. Хорошо. У меня косточка застряла от рыбы в горле. Ой, как неприятно. Как мне ее протолкнуть, я не знаю. У меня тоже такое. Да? Да. И что, протолкну? Хлебом. Сейчас буду хлебушек толкать. Толкать хлебушек. Очень неприятно. Очень неприятно, я с каждым глотком прямо... Да вот это ощущается, да? Угу. Колит. Да, колит. Не пережевывая глотать? Ну, стараться. Я не подавлюсь? Так оно как-то так сбоку еще. Застрял. Угу. На сухую хлеб проглотить, это проблема. Блин. Ой, господи, может уже все? Представляете, вот это так. Вот так бывает. Так, все, наверное, на этом все. Такой сегодня скучный день у меня. Я вся в сериале. Серин на работе целый день был. Вика на работе. Кошмар, семья разбежалась, я как это. Вот, но завтра будет веселенький денечек. Поэтому всем пока, до завтра, до новых видео. Всех целую, всех люблю. Пока-пока.